В северной части Ульяновска разгорелся спор о том, кто кому должен. Жители одного из домов требуют от города отремонтировать придомовую территорию, но у чиновников иная позиция. Не отказываясь помочь людям, они, тем не менее, считают, что двор в составе общего имущества, а значит, ремонтируют его сами собственники. Эдуард Истомин подробнее. Послушайте товарища Смирнова Михаила Михайловича и бросьте продолжать эту негодную традицию. На северном венце 14 недовольства. В роли тяжелой артиллерии фронтовик. У солдата 2-го Прибалтийского крик души. Он негодует по поводу разбитого асфальта возле дома. В ауте его соседи. В их отповеди недоверие. Сказали, что сделают через год, если будет финансирование. Везде как-то асфальтируют, в городе крупные идут ремонты дорог, а до нас не доходят руки. Наши дети, наши пожилые, наши уважаемые участники с медалями вот прыгают по этим ямам. Екатерина Лосева ежедневно гуляет с малышами. Когда лужа, она то и дело маневрирует на коляске. А все из-за рытвин да колдобин. Кроме того, девушка боится, что ее старший сын может переломать ноги. Ребенок выбегает на улицу, он падает, спотыкается. Согласитесь, вот тут прям буквально выходишь из подъезда, ну и вся территория, она разбита. С коляской тоже неудобно, колеса застревают, вот если сухо, да. Мало того, что ухаба возле подъезда, так еще и освещения не хватает, жалуются люди. И на улице из-за темноты криминогенная ситуация. За то время, что я здесь живу, на меня 3 раза, из-за того, что здесь плохое освещение, 3 раза нападали на меня. Пытались меня раздеть. На моего сына нападали, тоже пытались раздеть буквально. Это страшное место, по которому пройти очень опасно. По закону собственность обслуживает ее владелец. И кому принадлежит этот клочок, тот и тратится на его благоустройство. Люди считают, что он не в составе общедомового имущества. Он не входит. Не входит. Не да? входит. То есть... Это относится к городу. Придомовая территория поставлена на кадастровый учет. Как у нас говорит жилищный кодекс, что земельный участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома. И жители несут обязанность по его содержанию. По-человечески людей жаль, говорят чиновники. Многие собственники живут небогато. Но на публичной кадастровой карте четко видны границы участка. Он на учете, а значит, в составе общего имущества. И ремонт за счет жителей. Собственники на общем собрании должны уже будут решить для себя, нужно им это или не нужно. Устраивает их такая стоимость работ, устраивает их такой перечень работ, который предложил управляющая компания, или нет. Есть и другой вариант. Дождаться, когда дом включат программу благоустройства. Как раз это и предлагают в городской думе, но люди, похоже, устали от ожиданий. Требования о ремонте они передали городскому начальству. Эдуард Истомин, Герман Баранов, Дамир Губеев. Вести Ульяновск.